Румыния разрешила транзит в Болгарию и Грецию для туристов с молдавскими паспортами. Обязательное условие – наличие документов, которые подтверждают цель поездки. На границе с Румынией попросят показать чеки об оплате тура, ваучер, который подтвердит бронь в отеле. Турагентства все это предоставляют. А вот при самостоятельной организации отдыха у туристов могут возникнуть проблемы с румынскими пограничниками. Для транзита через Румынию по-прежнему нужен отрицательный ПЦР-тест. Транзит разрешен и туда, и обратно. Но есть ряд требований. Например, транзитное время – не больше 24 часов. Проезд строго по разрешенному маршруту и через определенные пограничные пункты. Все эти правила достаточно соблюдать для поездки в Болгарию. Что касается Греции, эта страна по молдавским паспортам пока к себе не пускает. Но в списке одобренных у греков есть Россия и Украина. Возможно, в июне список дополнят граждане Молдовы. Для въезда в Грецию нужен сертификат о вакцинации двумя дозами или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до пересечения границы.